Она стояла, падшая ногами, боясь вздохнуть у смерти на краю. Толпа людей, как злая, волчья стая. Минута две, сейчас ее убьют. Что скажет он из двух путей над каждым? Фальшивым боем взводит фарисей. И было страшно, было очень страшно. Закон власти, преступницу убей. Что скажет он? Толпа дышала жадно и пахла кровью пыльная земля. Им смерть чужая доставляла радость. Им, а ему, как нежен его взгляд. Мой суд таков, тот, кто из вас безгрешен, пусть первым бросит камень грех меня, сказал, как будто среди грязи спешил гордящегося всадника с коня. Ослабли пальцы у нее на шее и выронили камни кулаки, и не было в толпе особо гордых, бежали, унося свои грехи. Никто не осудил, он улыбнулся. И я судить не стану, говорит, иди и не греши. И свет коснулся всех темных волков ее души. Пошла она, смеясь, спотыкаясь, слезами орошая путь брела, смеясь и плача, радуясь и каясь, она любовь Христа в себе несла. Так и мы, если просим прощения и желаем исправить себя, все грехи наши, все согрешения Он прощает, нас вечно любя. Аминь, слава Господу.